Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO, где я выбираю самые интересные и успешные, на мой взгляд, проекты. Сегодня я хочу представить вашему вниманию такой интереснейший проект, как VTX Hub – алкогольная экосистема. Информации по этому проекту довольно много, она вся интересная и полезная, поэтому в одно видео это все не вместится, и я сделаю несколько видеообзоров о данном проекте. Разобью его на 4 части. Итак, давайте начнем с того же, что это такое. VTX Hub – это экосистема, основанная на блокчейне, для индустрии продуктов питания и напитков с чисто одноранговым обменом продуктами, которая облегчает онлайн-обмен товарами и услугами от одной стороны к другой, без необходимости проходить через третью сторону. Я думаю, с этого описания не все поняли, чем он занимается, и давайте поподробнее рассмотрим данный проект. Ну и начнем с небольшого отступления. Ожидается, что к 2022 году ежегодный объем глобального ликероводочного рынка достигнет 1,5 триллиона долларов, а мировой рынок виски превысит 7 миллиардов долларов. За последние 10 лет в отрасли алкогольных напитков произошли существенные изменения благодаря значительной консолидации крупных производителей, а также благодаря большой волне новых производителей в секторах производства крафтового спирта и пива. Тем не менее, революция в криптовалютах не оказала почти никакого эффекта на рынок ликероводочной продукции и структуру B2B и B2C систем распределения. Поэтому команда VTX Hub решила запустить данный проект, который будет решать большинство проблем алкогольной дистрибьюции в наше время. На этом у меня все, и до встречи в следующем видео, где поподробнее остановимся на его особенностях и чем он будет конкретно заниматься. Всего доброго, до свидания.